Всем привет, бандиты, с вами Леон, и сегодня мы продолжаем играть в GTA 5, и, к сожалению, точнее, ну, ух ты, Санчес. У меня, по крайней мере, появилось настроение играть в нее. У-ху! Тревор тайм. Так, эта музыка по-любому под авторским правом, потому что тут последний раз, когда я записывал серию, у меня аж вылезло два совпадения с содержимым. Просто какая-то левая музыка из бара, которая была в игре, ну, вдруг совпала с какой-то еще музыкой. То есть, кто-то говорил, что этот ID-контент вроде прошел, ну, момент, когда начали просто ставить страйки и прочее. Но ни хрена это не прошло, то есть, все до сих пор держится. Так что надо быть предельно аккуратным, осторожным в контенте. Ну и у нас как бы убрали один страйк на канале, да, Тревор? Вот. Это тоже круто, но остался еще один. Остался еще один. Это вообще, знаете, не айс, я вам так скажу. Поэтому будем бороться с ним до конца. Я, кстати, узнал, как вообще убирают два страйка на каналах. Кому интересно, могу сейчас рассказать. Смысл в следующем. Если вам дают два страйка, то есть сперва дали один, а потом дали еще один, то сперва должно пройти 6 месяцев, чтобы убрали один, первый. А потом, с этого момента, когда убрали первый, еще должно пройти 6 месяцев, чтобы убрался и второй. Вот, у нас было так, что дали два в один день, можно сказать, даже в одно время. Но так получилось, что нельзя дать два в одно время, просто один был на одну минуту позже, получается. И поэтому надо ждать еще полгода до стримов. Так, давайте, я почитал все комментарии, я тупорез. О, я согласен, что я тупорез. Вот это утраивает. Да, тупица я, можно сказать. Ну, яблочко яблочком. Последний бросок должен быть в дабл или в яблочко. Ну, понятно, надо просто рассчитывать. Ну вот, мы должны... Не хочу столько играть, уроды. Так, давайте я вспомню, как и что делать. L2, точный бросок. Так. Раз. Ну, не знаю насчет яблочка. Тут так-то вон есть двадцатка, в которой можно утроить и получить. Нихера не попало. Косоглазая китайка. Ну, давайте попробуем. Двадцатку, внутренний круг, по-моему, вот, 60 очков. Даже больше, чем в яблочко дают. И хочу попасть в сотку. Эх, осталось 91. Look at you with your darts. Ну, если я попаду внутреннее на 40, эх, не попаду уже внутреннее на 40, это плохо. 21. Блин, как бы мне попроще набрать. Сейчас 21. Мне нужно будет, допустим, набрать 11. Это вот эта пятерка, да, я надеюсь. Давайте в десятку шмальнем. Осталось 11 очков. Ну, это еще до хера, короче, стрелять и стрелять ей. 119, но мне осталось набрать всего 11 очков, и я должен за 3 броска набрать их 11. То есть, как минимум, я вижу, что нужно вот даблом сюда. А, нет, ни хера, так не получится. Не получится, друзья. Это что, шестерочка? Ну, вот даблом либо сюда попасть. Ну, это двоечка, да, как я вижу. Наверное, это двоечка. Либо вон в троечку. Подождите. Два раза сюда. Давайте попробуем. Раз. Еще. Да, у меня 11, мать его, очков. Значит, тройку. Нам нужна тройка. Есть вообще тут тройка?
Тройка. О, троечка. Ну, и осталось набрать даблом. Давайте попробуем. У нас есть, как бы, суперсила. Рок-н-ролл! Победитель по жизни. Есть, мы выиграли. Охренеть. Все. Мы шикарны. Мы сделали это, друзья. Мы сделали, мать его. Мы сделали, черт, да. Да что ж... Блин. Подождите-ка. Я хочу проверить, не отстает ли сейчас звук. Не, вроде все отлично. Все отлично, все шикарно, друзья. Мы это сделали. У-ху! Так, ладно. А, знаете, что сделаем? Подождите-ка. Ладно, можно было не слезать с мопеда. У нас, короче, на почте где-то было письмо. Привет, красавчик. Если мои источники верны, этот негодяй прячется в старом сарае. Он торгует льдом и любит насилие. Если... Так, вот этот Ларри Таппера надо найти. Местонахождение, вот. Последнее местонахождение. Ну, просто нужно поискать такой путь. Я чуть-чуть запомнил, как это выглядит. Я где-то уже видел такое. Судя по всему, да? Вот, судя по картинкам, это где-то в горах, как минимум. Где-то в горах. И где-то я видел такое место. Ну, там четко проезжает дорога, и она как бы еще пересечена. То есть такой небольшой. Ну, вот тут может быть, хотя вряд ли, конечно. Он, говорят, торгует в своей деревне метамфетамина. Мы сейчас ищем преступника, кто не понял. Там есть немного леса. Блин, так сложно искать. Ну, как-то вот так идет, и потом вниз она. Как синусоида или что там, по-моему, так называется. Ну, вот может тут. А нам на карте его не отметили нигде? Я думаю, нет. Поэтому проще нам сходить взять вообще вертолет. И так будет проще искать, чем на мотоцикле мы поедем. Правда, на вертолете потом будет сложно преследовать этого засранца. Но мы возьмем... А, блин, живым же надо привезти этих парней-то. Ну, хотя бы просто проверим. Просто проверим. То есть мы сейчас занимаемся поиском преступников. Ну, это тоже очень круто. Какой-то фургон стоял. Интересно, мы до 200 серии закончим игру на 100% или нет? Я думал бы, что мы... Ну, думаю, что закончим. Или, по крайней мере, надеюсь на это. Хотя нет, конечно, не надеюсь. Я бы в нее играл и играл еще. Подождите-ка. Стоп. Вот эта деревня, мотив. Нам нужна тачка. Черт возьми, даже не пришлось лететь туда, куда... Так, стоять! Вот. Давай, выходи-ка. Прикольная перчатка, конечно, но зря ты в них сел за руль. Слушает какую-то шнегу. Погнали.
Где-то тут должны быть эти парни. Они торгуют льдом, ну, метамфетамином. There's a bounty on your head, and it's mine! Put a bullet in him, boys! Так-то ни хера они, да, на нас тут напали. Maud won't be happy, but I feel pretty good about it. Let's party. Ну где вы, ублюдки? Бригада. Что тут у них валяется? Ромашки цветут, валяется. Ну вот засранцы, да? Не правда ли? Ну ладно, хоть всех перебили. Вот он, наверное. Подождите-ка. Мод, наверное, надо отправить фото. Чтобы мы его все-таки прикончили. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Это, скорее всего, вот он. Так, продолжить. А, нет, PlayStation Network. Ну, беглец убит, уже хорошо. То есть всего несколько беглецов. И это хорошо, что мы его убили. Можем сейчас посмотреть, кстати, статистику, насколько... А, ну тут мы точно не посмотрим, насколько мы прошли. Можем вот через сохранение. И сейчас опять посмотреть. Так, секундочку. Сохранение и... 95,8 было, 95,6, то есть на 0,2% мы прошли с вами. Так, у нас осталась игра в гольф, сводить друзей там куда-либо. Ну и все, блин, а почему мод-то? Надо позвонить ей, этой тетке. Мод. Ну, блин, жалко. Так, давайте посмотрим, что у нас. У нас остался гольф, теннис. Ну вот, теннис. Черт. Теннис тоже надо выиграть, как минимум. Гонки-то мы все с вами прошли. Ну, попробуем в теннис сыграть. Если выиграем, то зашибись и круто. Вот, хотя пока я плохо в это верю. Потому что дартс-то 150-го раза только получился. Но, несмотря ни на все, мы сделали это. Прикольная, кстати, тачка. Шустрая и... управляемо даже. Так. И там нужно нам с друзьями якобы сходить в бар, в стриптиз. Куда-то-то еще их сводить. В дартс, по-моему, их сводить. Не знаю насчет, нужно ли в гольф играть, надо будет почитать. Надо вообще сделать себе список того, что нужно сделать, еще осталось. И куда-нибудь распечатать и на стол положить. Ах ты жук, куда ты побежал? Лысая уебина поворачивает, не убедившись в безопасности маневра. Вот еще один. Вот какого хрена они поворачивают? Вроде знаков не было.
На, еще раз тебе. Знаков, что там у нас главное или у них главное не было, они так поворачивают лихо. Но тут уже есть. Ух! Fuck yeah! Черт возьми, это было круто. Ну вот это вообще эпично, черт возьми. Эпичный финал всей нашей поездки. Взорваться под конец, когда уже осталось до цели совсем ничего. Это вот в стиле наших прохождений. Ладно, давайте сейчас мы выберемся. Так. Папам. И, если честно, я говорю, что ты решил... Я разочарован, что ты решил избавиться от того красавчика вместо того, чтобы привести. А, подождите, это она по почте, видимо, прислала. Да? Честно говоря, я разочарован, что ты решил избавиться от того засранца вместо того, чтобы привести его ко мне. Ты мог бы на этот раз воздержаться от вершения правосудия. Этот малый, самый злостный преступник. Он банкир и считает все... любителям острых ощущений и звездой интернета. Будет приятно упрятать его за решетку. В ебенях находится где-то этот банкир. Ну, мы решили поиграть в гольф. Стоять. Сейчас. В гольф, в теннис. Правильно, вали, тетка. Надо не забыть, что у нас есть квест на преступника. Я думаю, уже в следующей серии мы полетим, поищем его. Здесь, конечно, они стрелять не будут. Вот как их только обезвреживать, вот мне это непонятно. Может, каким-то электрошокером, может, еще чем-то. Но как-то на вершине находится точка, где надо их найти, вот это мне непонятно. На самом-то деле... Ой. Хотя, может, тут есть скилл по этому теннису, потому что Тревор вообще ни хера не умеет в теннис играть. Да и я не умею. Да, против лома нет приема, если нет другого лома. Smell like a bitch. Пахнет как сучка. Всегда забавляла эта реклама в GTA. Припарковался. Так, сейчас залезем в этот гольф. Как он не упал? Так, ну нажимаем. Блин, играет. Ну, давайте один сет, что ли. Или можно один. Ну, вот один сет. Я... Я ни хера не понял вот это. Как, блин, надо было посмотреть обучение. Потому что подавать-то, как я уже понял, просто надо нажать. Эй, я не так быстро бегаю. Очко проиграно. Ты чё, охренела? Это жена, по-моему, да? Чё, мы подаем? Да. Ага! Подождите, Армандо Брейкпоинт? Ну, она опять выигрывает. Там еще, подожди, слишком много кнопок было. Подождите! Эх, нельзя прочитать.
Блин, ну всего не так много. Смена сторон еще тут бывает. То есть это, блин, посложнее будет нам. Ах ты! Тревор! Ты толстый тупорез. Блять. Это верхняя подача, видимо, да? Надо еще различать верхнее и нижнее. Я просто не разбираюсь вообще, ну, в теннисе. Нижнее, понятно. Укороченный удар. Армандо геймпоинт. Геймпоинт, это мне то, что... Или ей? То, что вне игры она. Да! Очко! Есть. Тут еще можно направлять стиком, куда бить. Ну че, давай. Мы сделали тебе один раз. Ну, я готов. Гейм проигран. Good for you, champ. Ну, мы какой-то... Okay. The winner gets to keep Michael. Оп. Оп. Ха-ха-ха. Выиграно очко. Ну, одно очко. Блин, сколько тут вообще геймов? Тревор подает. Давай, Тревор, подай куда-нибудь в бок. Оп. Я даже не успел. Мать его. Мы вообще реальное дерьмо. Я могу в бок подавать. Черт! Вторая попытка. Ну, вообще дерьмо. Сколько тут надо играть? Это невозможно пройти. Я думаю, с гольфом будет еще сложнее. Есть. Ну хотя бы одно. О, 30-30 у нас, несмотря ни на что. Давай-ка я тебе еще подам, девчоночка. Оп. Блять! Все, мне это уже начинает надоедать. Давай, Тревор. На. Есть! 40-40. Ровно. Че, 1-1, что ли? Или еще, да? Последний, короче. Шанс нам хоть что-то выиграть. Кто-то там въехал. Кого-то. Да! Аманда. Ну все, я чувствую, что Аманда выиграла. Короче, почему Аманда больше? Я тут думаю, что мне тоже нужен будет ваш совет по игре, потому что я реально не знаю. Есть. 40-40. Опять. Ровно 2. Давай, Тревор, шмаляй уже. Долгая игра, на самом деле. Ну, так, интересненькая. Еще понять, что значит там низкая подача, высокая подача. Еее! Тревор больше. Это, видимо, когда одинаковый, то так пишет. Давай, Тревор, еще раз за сандалией. Ну, не в прямом смысле, конечно. Да! Гейм выиграли. Смена сторон. Да сколько вообще долго, на самом деле. Подает Аманда. Ну, давай, Аманда. Ха-ха-ха-ха. Fuck yeah.
Ну давай-ка. Ну правда у ней, блин, уже. Ха-ха-ха. Трейлер у нас просто Анна Курникова. Надо было... А, тут его нельзя переодевать, да, в платье. Чтобы, допустим, он в платье у нас играл. Вот сюда. Ха-ха-ха. Шикардос. Мы выигрываем. Мы выиграли очередной гейм. Сколько нужно выиграть геймов? 10? Да, это может последний шанс. Последний гейм, который надо выиграть. Очередное очко. Блин, я мать его. Анна Курникова. Давай, Тревор. Только лысая немножко. И пью, и курю, и матерюсь. И еще много чего делаю. Ах ты. Подлая девка. Ха-ха-ха. Пати тайм. I'm satisfying you in ways Michael can't. Fuck yeah. Блин, я надеюсь, что по 3, а не по 10. Или не по 5. Ну что, один сет. Ух ты. Блять. Мы тебя тут сейчас только что сдернули на несколько очков, а ты тут... Одно думала, выиграла, что ли? Нам одно очко нужно еще. Все. Гейм выигран. Ну давай-ка. Смена сторон опять. Да что ж такое-то? Какая разница? Подает Аманда. Да хера, видимо, тут. Поп. Ха-ха-ха-ха. Да, amazing, Тревор, ты красавчик, да. Ну давай еще. Ха-ха-ха. Тревор навострил, слушайте. Мне просто нужно нажимать кнопку. Броска. Ну давай еще, Аманда. Я готов. Ха-ха-ха. Ну давай еще, ты пыталась. Гейм выигран. Ну, сколько тут вообще надо выигрывать их? Это уже, блин, 10 что ли? 10 геймов всего. Ну это до хера тогда. Ну ладно, давайте попробуем еще раз. А да да. Мазила. Давай, Тревор. Забей. В лунку. О, это, ну, наверное, из другого спорта, да? Из гольфа, который мы будем играть. Эй! Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Давай, Тревор. Необычно, да, его видеть в такой форме? И вообще игра еще во что-либо, в какой-либо вид спорта. Вот тут просрали. Согласен. Ну, давайте еще раз. Мячик лежит. Мячик должен исчезть. Вот он исчез. Давай-ка.
выиграли очередной гейм. Смена сторон. Да она в сухую проигрывает почти. Ну, Аманда, давай. Я надеюсь, что тут нужно как набрать преимущество в 5 геймов. Хотя, может, и по 10. Ну, тогда в любом случае осталось не так много. Ха-ха-ха, не успела толстуха. Ты дерьмо, и ты знаешь, кто ты. Ха-ха-ха, она попала по сетке. Ну чё, давай, финальный. Да! Черт возьми, мы сделали это. Fuck yeah. Мы победили в теннис. Тревор, ты красавчик. Ты знаешь об этом? Мы выиграли даже 25 баксов. А где Аманда? Хотел ей. Сила у нас еще на 100% выросла. Вот это да. Ладно, дорогие друзья. Да, силы у нас много, что мы аж не умерли. Всем спасибо за просмотр, это была отличная серия. Мы давайте даже посмотрим, сколько мы прошли. То есть, сейчас нажму сохранить. Было 95,8, я думаю, что по-любому что-то прибавилось. И, ну давай же.